Понимаете, для того, чтобы получить любовь, надо понять, что хотеть ее бесполезно. Можно всю жизнь хотеть любовь и никогда не получить. Всю жизнь. Единственный способ получить любовь – это пересилить себя, начать строить отношения с Богом, чтобы без взаимности невозможно жить. Понимаете, настоящую взаимность можно только с Богом в отношениях получить. Стройте в отношения с Богом, там будет взаимность, вы будете чувствовать счастье в храме, при молитве, будете настоящее счастье глубокое чувствовать. А близкому человеку просто служите. Делайте то, что ему надо. Я в своей жизни понял одну вещь замечательную. Представляете, тогда открытие для меня было. Я понял, что в нашей семье с женой хотя бы один человек должен быть счастлив. Вы скажете, что-то открытие, все знают об этом. Что хотя бы один должен быть счастлив, и это я. Я понял другое, я понял, что хотя бы один должен быть счастлив, и это она. Я начал просто делать так, как вот, чтобы это было счастье для нее. И потом, через какое-то время, пришла благодарность из ее сердца, и так начались глубокие отношения.